27 ноября в зале администрации района состоялось очередное расширенное планерное совещание под председательством Заура Хамирзова. Особое внимание на планерке глава района уделил исполнению майских указов президента Российской Федерации. По традиции о проделанной работе и о планах на предстоящую неделю доложили заместители главы района, главы сельских поселений, начальники управлений, заведующие отделами администрации района. Вопросы, которые обсуждались на планерке, касались результата выездной проверки земельных участков на наличие инженерной инфраструктуры для семей, имеющих 3 и более детей, муниципальных услуг о трудоустройстве инвалидов, легализации трудовых отношений и так далее. На каждом вопросе Заур Аскарбиевич останавливался подробно с тем, чтобы озвучить замечания и дать конкретные рекомендации.